Друзья, всех приветствую на канале, с вами Гамилькар Бар, Кэтрим Тулур, Нашествие Варваров, компания за Алиманов, Extended Mods, ссылочка на него в описании к ролику. Также в описании к ролику, Instagram, ВКонтакте и ссылочка на Donational Arts, лайк, подписка, колокольчик. Не забываем про это, большое спасибо всем тем, кто смотрит ролики в день релиза, ставит лайк. И большое спасибо всем тем, кто просит номер карты и перечисляет деньги на карточку. Всем большое спасибо, кто просто донатит. Поехали, еще раз всем приятного просмотра. Значит, Август Наметум у нас столица, и тут тусуются саксы. В предыдущей серии было много поражений, просто огромное количество нелепых поражений. Потеряли мы Кандату, большой город с хорошим населением. Ну, не могу сказать, что это полностью моя ошибка, но большая часть в потере этого города определенного рода неправильных действий с моей стороны, конечно же, присутствует. Поэтому такие дела. Не знаю, как мы сейчас будем выпутываться с этого дерьма, в которое вляпались. Но как-то надо это делать. А, сейчас мы попробуем снять осаду с Женевы. Вот здесь у меня армия уже более или менее толковая. И шансы здесь победить у меня достаточно большие. Передадим управление гарнизоном и пойдем подеремся. Должна быть победка здесь. Возможно, от стен Женевы у нас пойдет реконкиста и начнем отжимать у саксов. Блять, у саксов все больше и больше территорий. Так, мапа просто уж липанская, реально. Как же я ненавижу такие мапы. Так, ну они заняли интересную достаточно позицию. Блин, не помню, у них там были лучники или не было. Блин, они отступают куда-то. Странные маневры какие-то. Так, ну что, давайте собачек запускать, наверное, или нет? Рано, да, пока собачек запускать. Ну,
Ну вот мне нравится, пока уже там стрел. Такой достаточно плотненький. Хороший обстрел. Я жду, пока вот эти парни вступят в бой, на самом деле. Но они не сильно спешат, я так смотрю. Медленным маршем идут. Защитники саксонского очага. Это кто-то у Ратила есть такой юнит, хранитель очага, я не помню у кого они. Или в Карле они. У кого-то есть такой юнит. Двадцать процент вражеской армии мы истребили уже, не вступая в ближний бой. Мне кажется, это вполне достойный результат. Так, все, лучникам отключаем огонь, потому что они сейчас по своим нахерачат. Блядь, я здесь вообще не вижу, что происходит. General, now his men show fear. Now they may turn and run. Attack! Attack! Блин, ну это бред какой-то. Не может быть такого колоссального разрыва в качестве пехоты у меня по элитной пехоте и у него элитной пехоты. Но почему-то, блять, его пацаны стоят как вкопанные. За бред, блядь.
Да уж. Они пытаются отступить. Блять, да, они стоят спиной и убивают моих ребят, блять. Тупо вот они стоят спиной и, блять, все равно побеждаю. Что за говно? Да ну нахуй. Блять, парни, которые дерутся жопой и побеждают. Просто, блять, бронированные задницы какие-то у них. И у них и жопы меч торчит, и они этим мечом дерутся. Ладно, победили, хер с ним. Северных топоров можно переобучить. Бургундскую кавалерию. General, orders. General. Yes, leaving the army. General. Собачек, наверное, тоже сюда загоним.
Так, остальных пацанов надо в аварику. Блять, ночных налетчиков вообще негде переобучать. Саксонских топоров, отборных воинов с секирами. Можно переобучить здесь, в Равенне, и потом через ходик двигаться Анконну. Да, давайте прям сейчас начнем готовиться. Так, давай вот это чмо отсюда выгоним. Но пока выгоняли это чмо, сами понесли потери. В принципе, часть войск можно и отсюда забрать будет. Вот эти два отряда, например. Ну да, в принципе, стек уже готов здесь. Аквилею штурмовать не буду, наверное, пока возьмем наемных ветеранов. Великий чертог, прокачаем аргентаратум. Так, вот с этой армией не совсем понятно, что делать. Так, эту часть армии мы переобучим в Женеве. Ночных налетчиков надо отправлять, получается. Домой. Саксы — это проблема, блин. Ну ладно, закончим, пока ходит. А, кельты снова на меня напали, понимаю. Римляне Бурдигау осадили.
Ну все, все прекрасно, парни, все заебись. Тут еще перекупили отряд наш. Так, вот это уёбище уже меня начинает раздражать. Сейчас мы с ним разберемся. Здесь переобучим пацанов. Так, этих сюда. Здесь. Так, это сюда. General, yes. Orders, general. Splitting the troops. Forward. Chief, yes. March. Yes. Move out. Orders. Orders. Forward. Потихонечку собираются войска. Ой-ой-ой, там серьезно стэк. Надо будет высылать войска туда. Ёпст, ёпст, у нас новый член семьи, ёпст. Поехали, осадим Рим. Что уж там тянуть. Серьезный гарнизон. Поддержим в осаде ромеев. Чуть. Нужна пехота, блядь. Сейчас будут пытаться снять осаду с Аквилеи. Блин, после того чудовищного разгрома, который нам учинили Саксы, я даже опасаюсь на них нападать. Потому что вот эти парни, это просто какие-то машины. Общая защита 36, ебать, да это прикол какой-то. General, orders, general, forward, chief, chief, forward, chief, chief, forward, out of moves, chief, yes. Нет, слишком далеко. General,
Но закончим пока ходик. Идут на штурм. Пойдем подеремся. Гарнизон как бы не самый плохой, но против саксонской элиты я хер его знает, выстоит, не выстоит. Скорее всего, конечно же, нет, но мы попробуем что-то сделать. Today is a grim day for our enemies. Ох, ебануться, у них сгорело все. Кроме подкопа, охренеть. Если бы я знал, что так будет, я бы разместил на стенах лучников и просто пострелял бы все. Our defenses are down. Ну, они будут по прямой идти отсюда, поэтому. В центре города у нас, я думаю, не побегут ребята. процентов стены у них убили народу.
Так, кавалерия побежала. Это хорошо. Water, and he runs from the fight. Better that he die than live. General is in his grave. It would have been better to send the enemy. Так, ладно, еще один отряд убежал. Это копийщики новобранцы, просто я не знаю, жесть какая. Сука, саксы, блядь, что же с вами делать, что же с вами делать, сука. Прям давят, сука, элиткой. Так, ну эту битву за Аквилею мы уже оставим на следующую серию. Всем большое спасибо, что пришли, ребят. Не забываем лайк, подписка, колокольчик, ссылочка на мод в описании к ролику, Instagram, ВКонтакте, Donation Alerts. До скорых встреч, всем пока.